русские беженцы. Для некоторых это просто люди другой национальности, убежавшие от ужасов гражданской войны. А для других это может быть обычные мусульмане. Однако для Бога это его дети, его творение, созданное по его образу и подобию. В результате разразившейся в 2011 году гражданской войны в Сирии около 7 миллионов сирийских граждан покинули свою страну и бежали от смерти, разрушения и тьмы в соседние страны Турции, Ирака, Египта, Ливана и Иордании. Около 6 тысяч беженцев продолжают покидать Сирию ежедневно. В настоящее время только в Турции находится более 1,5 миллиона сирийских беженцев. Около 50% из них составляют дети, молодежь и люди среднего возраста. Миллионы беженцев-мусульман потеряли, может быть, навсегда свою родину, своих родных, лишились своих домов и оказались в чудовищной нищете, оказались в духовном вакууме. Они задают себе один и тот же вопрос – почему? Ситуация, в которой оказались сирийские беженцы, для многих из них является единственной возможностью услышать спасительную весть об Иисусе Христе. Именно через боль утрат, слезы и безнадежность Бог стучится в их отчаянные сердца со словом любви и надежды. Самый глобальный гуманитарный кризис нашего столетия может стать одним из самых массовых обращений мусульман ко Христу. В то время, когда беженцы ищут безопасности в соседних странах, христиане посреди трагедии видят возможности. Служители Impact Outreach посетили лагеря беженцев на турецко-сирийской границе и приняли личное участие в судьбах этих несчастных людей. Служение Impact Outreach в сотрудничестве с церквами и независимыми жертвователями проводит специальный долгосрочный проект по снабжению беженцев, находящихся в сотнях лагерей Турции, новыми заветами в аудиоформате. Благодаря такому формату целые семьи, включая детей и стариков, надев наушники, смогут впервые в жизни услышать о Божьем Сыне Иисусе Христе. Писание говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы верим, что через проект «Вера от слышания» тысячи мусульман в 2015 году примут Христа своим Спасителем. Новые заветы в аудиоформате, питающиеся от солнечной энергии, будут распространяться на языке курманджи, а также арабском, турецком, курдском и других языках при содействии региональных христиан Юго-Восточной Турции, как часть подарочного гуманитарного пакета в лагерях беженцев с целью личного евангелизма. Служение Impact Outreach планирует проведение евангелизационных мероприятий в 2015 году, и мы приглашаем вас стать частью этого проекта для служения среди сирийских мусульман-беженцев. Стоимость одного нового завета в аудиоформате составляет $15. Вы сможете сделать tax-deductible пожертвование на проект «Вера от слышания», позвонив по телефону 1-888-679-8690 или выйдя на веб-страницу служения www.impact-outreach.com, либо выслав чек с пометкой «Для сирийских беженцев» на Impact Outreach по адресу Impact Outreach, PO Box 214662, Сакраменто, Калифорния, 95821. Дверь в мусульманский мир открылась. Давайте не упустим эту уникальную возможность. И вместе с вами, дорогие, войдем в эту открытую дверь и понесем Евангелие надежды сирийским беженцам.